В Подмосковье оценят вклад жителей в развитие региона. В области идет голосование за номинантов губернаторской премии «Мы рядом». Одна из участниц конкурса – директор текстильной фабрики Елизавета Терешкина. Об общественной пользе ее проектов в репортаже моих коллег. Для люберчанки Елизаветы Петровны социально ответственный бизнес – это скорее образ жизни. Сотрудники ее фабрики могут рассчитывать не только на гарантии, предусмотренные государством. Работникам помогают с арендой жилья, оказывают материальную помощь в сложных ситуациях. Персональные выплаты получают и специалисты, готовые дополнительно учиться. Но и это далеко не полный список общественно значимых достижений предприятия. Могу похвастаться нашими пехорскими посиделками, которые объединяют рукодельниц, людей, которые увлечены творчеством вязания. Такие встречи объединяют молодежь, жителей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Мастер-классы проводятся прямо на фабрике. Заодно сотрудники делятся и секретами производства пряжи. Другой, уже экологически важный проект фабрики – это «И снова авоська». Проводится он под лозунгом «Освободи планету от полиэтиленового пакета». Мы, женщины в Подмосковье, тоже сидели на самоизоляции. Я сама связала 9 авосек, и все авоськи, которые я связала, то есть я раздарила своим родственникам, и все были в недоумении, что у меня получались такие интересные авоськи. Принесли пользу и специально разработанные боксы для творчества для всех, кто дома. В период пандемии такие наборы бесплатно направлялись в лечебные учреждения, дома престарелых и передавались многодетным семьям. Я думаю, что эти наборы дают хоть какой-то момент вот, расслабления. Человек начинает, там, предположим, делать какую-то мышку или там, рыбку. Он контактирует с пряжей, тактильное ощущение. И это позволяет отвлечься. Еще один благотворительный проект призван поддержать мам, чьи дети появились на свет раньше срока. Из пряжи фабрики люберецкие мастерицы вяжут для младенцев пледы, шапочки, носочки и игрушки-осьминожки. На сайте премии отдать свой голос за номинантов может любой желающий. Народное голосование завершится 28 июля. После этого жюри выберет 180 победителей, которые разделят призовой фонд с общей суммой в 180 миллионов рублей. Александр Колганов, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.